На ремонт в двух владимирских школах выделили свыше 1 миллиона рублей. Эти средства городской бюджет сэкономил при проведении госзакупок. 600 тысяч пойдут на обновление крыши в школе номер 24. Еще 400 на реконструкцию крыльца и косметический ремонт в 16-й школе. В остальных учебных заведениях города и детских садах прошли почти все запланированные работы. Сейчас на балансе муниципалитета 143 учреждения, в том числе 49 школ и городской межшкольный комбинат. 1 сентября в них придут 36 тысяч учеников. На работу образовательных учреждений в этом году в бюджете города заложено более 3,5 миллиардов рублей. Еще 90 миллионов выделила областная казна. Эти средства пошли на ремонт в школах и детсадах, а также на покупку автобусов.